Власти США объявили о намерении в эти выходные задержать сотни иммигрантов для принудительной депортации. В преддверии общенациональной операции вице-президент Майкл Пенс посетил один из центров временного содержания иностранцев. Журналисты, которые пришли вместе с ним, увидели, цитата по Рейтер, «вонючие, набитые людьми помещения». Сам Пенс, впрочем, положительно оценил условия содержания иммигрантов. Хотя некоторые демократы в Вашингтоне говорят о центрах временного содержания как о концентрационных лагерях, мы видели сегодня, что эти учреждения обеспечивают условия, которыми американцы могут гордиться. Когда нам дают говорить только с сотрудниками, мы не получаем отзывов мигрантов об их содержании, о том, что им приходится переживать. И когда эти женщины рассказывают, что их поместили в клетку, что у них не работает кран, мы проверили сами, кран действительно не работает, а им говорят пить из туалетного бачка, я им верю. Некоторые участники слушаний в Палате представителей США высказывали опасения, что новая операция по задержанию мигрантов грозит обернуться новыми скандалами, связанными с разделением семей. Президент Дональд Трамп настаивает на необходимости законно выдворить из страны тех, кто приехал нелегально и кто, по его словам, связан с криминалом.